Добрый вечер, друзья! Сегодня хочу напомнить, завтра у нас понедельник, и завтра у нас будут интересные события. Во-первых, в 18 часов будет стрим. Стрим открытый, можно задавать вопросы, мы будем говорить про механизм веры. И взглянем на него совсем с другой стороны. На самом деле посмотрим, как им пользоваться и что происходит, когда вообще, в принципе, начинает в человеке работать вера. И неважно, в кого, в себя или в другого человека, каким образом это проявляется в жизни и как это сказывается на результатах при работе. И много других вопросов о свете. Мы ответим на ваши вопросы. Присылайте, задавайте, участвуйте в чате. Это открытый стрим. Он начнется в 18 часов в понедельник, 13 сентября. Мы будем говорить о механизме веры в человеке, в психике. И потом в 20 часов у нас будет заявка на счастье. Это погружение коллективное, где мы будем работать с настройками, с заявкой на счастье, с перепрограммированием себя на счастливую жизнь, с отключением старых программ и так далее. То есть у нас будет интересный подход, наверное, немножко обновленный по сравнению с тем, что мы давали раньше. Но в любом случае, любая заявка на счастье – это обрубание прошлых сценариев и создание, осознанное создание новых. Приглашаем завтра в 20 часов. У нас коллективное погружение, заявка на счастье. Ждем вас, друзья!